Время настроиться на 45-й год и начать полное погружение. Приготовились? 3, 2, 1, поехали! После войны страна вдохнула полной грудью. Мы испытали огромное облегчение и радость от того, что может ждать нас впереди. Нужно было восстанавливать страну и продолжать строить социализм. К цели мы идем высокой. Наш народ не зря крылат. Обвенчался с чайкой сокол, будем ждать от них орлят. Но призраки войны еще долгое время преследовали нас. В 1946-м прозвучала фултоновская речь Черчилля, закрылся железный занавес. Власти США и СССР начали пресекать разные формы инакомыслия, охотиться на шпионов. Так началась холодная война. Для страны стало крайне важно быть первой в научных достижениях и открытиях, поэтому высшие учебные заведения приобрели особое значение. Первые дни своего обучения помню очень хорошо. Приехал 1 сентября, и снова волна все той же доброжелательности, что была на вступительных. Эта атмосфера дружелюбия и человеческого внимания просто преследовала меня с первых же дней. Было очень приятно осознавать, что я стал студентом-физиком. Время было потрясающее. В университете, как в большом котле, все кипело и бурлило. Особое внимание на себя обращали иностранцы. Уже в этот период училось более 100 человек из Корейской Народной Демократической Республики, Китайской Народной Республики и стран народной демократии. А в последующие годы количество иностранных студентов только увеличивалось. У нас учились ребята из Монголии, Болгарии и других стран. И университет не только обучал, он помогал создавать и развивать промышленность и образование в других странах, например, в Индии. В то же время перед нашим вузом стояла грандиозная задача – развитие атомной энергетики. Когда не было специалистов и даже четких представлений в этой области, университет приступил к подготовке первых инженеров-физиков. Для нас все это выглядело таинственно, почти мистически. Обучение проходило под грифом «секретно». Учебные планы составляли лучшие умы того времени, например, профессор Ванцовский. А на практику ребят отправили конструировать один из первых в стране ускорителей электронов – «Бетатрон». Наши физические школы помогли не только созданию ракетно-ядерного щита страны, но и дали мощный импульс решению проблем люминесценции, жидких кристаллов, сканирующей микроскопии и ядерных методов в медицине. Все это стало возможным во многом благодаря рывку в развитии нашей системы образования. Но времена менялись, и к 56-му году мы оказались на волне хрущевской оттепели. Явственно ощущались перемены. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Университет разрастался. Появлялись новые здания на Ленина. Была реконструирована площадь возле корпусов Намира. Но прежде всего, это было время расцвета науки и научных школ на Урале. Мы занимали ведущее положение в стране. Математическая школа Николая Николаевича Красовского, физическая школа Якова Шепселевича Шура и Сергея Васильевича Ванцовского, ономастика Александра Константиновича Матвеева, металловедение Ивана Николаевича Богачева. На наших глазах формировались сильнейшие инженерные факультеты, машиностроение, выпускавшие огромное количество специалистов для известных заводов Урала и всей страны. Радиофакультет, занимавшийся проблемами автоматизации систем управления и разработкой космических систем связи. В будущем продвинутое материаловедение ляжет в основу развития нанотехнологий и тончайшего приборостроения. Направление защиты окружающей среды, которое тогда было чем-то новым и незнакомым, будет повсеместно внедряться в производство. Благодаря гуманитарным наукам наш город станет не только центром промышленности, но и крупнейшим центром культуры. А облик уральской столицы во многом сформируют преподаватели и студенты строительного факультета. Нам, студентам, повезло. Многие из нас попадали под обаяние таких людей, как астроном Клавдия Александровна Бархатова, профессор физмата Юрий Сергеевич Осипов, эколог Станислав Семенович Шварц, химик Зоя Васильевна Пушкарева. Это были учителя, обладавшие какими-то уникальными свойствами характера. Они притягивали к себе людей.
Было немало преподавателей без громких званий и заслуг, но их авторитет среди нас, студентов, был очень высок. Выдающиеся педагоги, блестящие ученые, неподражаемые лекторы, мудрые и надежные, как скала. Они умели вдохновить и привить подлинный интерес к науке. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. В то время гуманитары и технари общались гораздо теснее, чем сейчас. Жили одной семьей. Сколько было общественных мероприятий, коллективных дел, какая жажда деятельности. Спортивные соревнования превращались в настоящие баталии. Мы формировали дружины по охране порядка, создавали подготовительные курсы на заводах. Стены вуза уже не ограждали внутреннюю замкнутую сферу. Студенты шагнули в мир. При этом многое творилось прямо в стенах родного вуза. Ели, спали, учились, дружили, спорили и ругались, занимались спортом, страдали, любили. Хорошо помнится острое ощущение не напрасно прожитого, до краев наполненного дня, каждого дня. Помни, тот, кто танцует твист, тот тунеядец и империалист. Никогда не забуду, как, будучи аспирантом, участвовал в работе над вторым изданием книги нашего учителя Малкина «Теория устойчивого движения». Это был потрясающе интересный процесс, включавший напряженную работу по 10 часов в сутки. Это было в русле традиций нашей системы высшего образования, в которой личность педагога всегда играла главенствующую роль. На протяжении обучения мы много контактировали с предприятиями, предлагали им технологические разработки. Иногда даже читали лекции по разным дисциплинам для работников завода. Многие студенты учились без отрыва от производства. Проводились комплексные исследования с помощью промышленных ресурсов Урала. Это было поистине уникальное партнерство. А я готовился стать кандидатом наук. Моим научным руководителем был академик Николай Николаевич Красовский. Для меня он и по сей день остается учителем и в жизни, и в науке. Гораздо ярче вспоминается не столько самозащита, сколько подготовка к ней. Атмосфера тех напряженных лет. Даже докторская представляется событием не столь значительным. Там уже все как бы вошло в свое русло, а здесь же был рывок, самый последний и решающий, как в беге на дистанцию. Этим рывком должны были завершиться студенческие годы, а вместе с ними юношеские мечты о ненапрасно прожитой жизни. Время идет, эпоха сменяет эпоху. У руля страны оказывается Леонид Ильич Брежнев. И сейчас мы не перестаем надеяться и мечтать о прекрасном будущем. А труд и образование остаются для нас важнейшими ценностями. Студенческая жизнь превратилась в череду приятных воспоминаний. И многие из них, конечно, об однокурсниках. Друзей всегда было очень много, а среди них каждый – яркая личность. Каждый вызывает гордость. Сколько из них стало кандидатами наук, сколько известными всему миру учеными. В будущем один из них станет президентом Российской академии наук. А еще я был знаком с известнейшим советским режиссером Владимиром Яковлевичем Мотылем, окончившим исторический факультет в нашем вузе. Из стен университета за весь период существования вышло множество выдающихся людей. Ученые, политики, кинорежиссеры, народные артисты, писатели, редакторы. И когда задумываешься, какой вклад в общество сделал наш университет, то понимаешь, насколько это незримое, но важное и величественное достижение, которое стало возможным благодаря тому, какие люди работали и работают в нашем вузе. Какая в нем живет атмосфера. Университет – это царство основных человеческих ценностей. Желание и умение учиться, преклонение перед знанием и уважение к мыслителям его нашедшим, гордость за то, что может человек. В удивительной атмосфере университета создана возможность осмыслить эти ценности, воспринять их как часть собственных стремлений и превратить их в жизненную потребность. Иногда меня спрашивают, сколько лет я работаю здесь. Самый короткий ответ – всю жизнь.
На моих глазах наша альма-матер выросла в один из крупнейших вузов страны и мира. С 31-тысячной армией студенчества и преподавательским коллективом из 1800 человек. Наше путешествие во времени уходит на небольшой перерыв. А затем мы приглашаем вас погрузиться в следующий этап жизни Уральского университета. До встречи!